6 мая для сельского поселения Развилковское стало исторической датой. В этот день жители поселения открывали долгожданную стелу защитникам Отечества. Долгожданная она потому, что путь от мечты к ее свершению был долгий и тернистый. По инициативе ветеранов Развилки 2 года назад поступило предложение установить здесь памятник. Не вся общественность была за эту идею. Обсуждения шли долго. К счастью, для большинства посельчан стела оказалась нужна. Открытие ее приурочено к празднованию Дня Победы, но посвящен мемориал всем защитникам Отечества, которые отстаивали нашу родину в разные времена. И в войне 1812 года, и в Афганистане, Чечне. Я очень рада, что все состоялось, и теперь это станет новым местом, куда будут приходить наши жители. Это будет, наверное, одним из предметов гордости нашего поселка. И, конечно, мы такую работу и будем впредь продолжать совместно с нашей общественностью. В открытии стелы приняли участие ученики 5 класса Развилковской школы, которые показали песню на танцевальный номер под композицию военных лет «О той весне». Еще чуть-чуть, и догорят войны пожары. Счастливый май, любимый край, своих солдат встречай скорее. Современные дети уже очень далеки от войны. Ветераны покидают нас. И наступает такой момент, когда услышать о войне из первых уст не представится возможным. Поэтому очень важно сейчас как можно больше говорить о тех годах, чтобы молодежь знала, чтила и несла свои знания дальше. А кто, как не мы, передадим детям вот эту вот гордость за наших воинов, за наших дедов, за наших отцов, за их прадедов. Не все дети, не все люди знают то, что мы победили, и теперь все будут об этом знать. Конечно, теперь, когда в центре сельского поселения Развилковское стоит такая красивая стела, люди, проходящие мимо, будут обращать на нее внимание, а значит, каждый раз вспоминать о подвиге солдат, участвующих в Великой Отечественной войне, и других войнах, где наши солдаты проявили свою доблесть. Человек счастлив, если у него славное отечество. Ну разве мы не победили? Разве мы не видим это все? Благодать, мир и так далее. Обидно, что снова нам грозят и угрожают какие-то ненормальные люди. Ну, с нами Бог. Для всех посельчан открытие стелы – это праздник. В этом можно было убедиться, посмотрев, какое количество людей пришло в этот день на площадь. Здесь собрались как пожилые люди и ветераны, так и молодежь и дети. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Ирина Кошлева, Видное ТВ.